хотел верхом пойти и хотел поднять свою. Вот. Какая борьба лучше? Всегда бывает. Вот у меня там получается вроде стартует так. Мобилку у нас только единственный уникум, это или Пушка, или Матюшенко. Для таких рук, вот, например, за три очень тяжело брать. Ну, все понятно? А я вижу. А у Матюшенко почему плюс, а я почему плюс, тоже все равно не стар. Поэтому у них это получается достаточно удачно. Ну, боковая такая. Ну, не знаю, просто такая сила бывает. То есть они со старта не просто вот так просто шли зацепиться, а сразу одним движением пытаются выиграть. А если не получается, уже борются как-то. То есть не просто еще чисто вверх. Ну-ка, вам будет лучше. То есть, да, ну, само собой, мы не в руку лезли, но само собой, да, я считаю, большая самая. А вы можете в этом сейчас? Я, честно сказать, я сейчас очень сильно травмирован в плане вот кисти. Я только могу подержать, побороться я не смогу. Не, я бороться я не буду. Да, я вас могу как бы остановить, но и не в крюк я не смогу зайти, только как я захожу, потому что я не могу свое движение разработать. Я могу просто остановить как бы, уже связками и пальцами. То есть лишь я блокирую, как бы держу твой верх, да, и пронацию тебе не даю, как бы в крюк зайти толком, и пронация сработает. Растягивается, потому что я его уже не пускаю дальше. Ну, это уже силовая. Да, это я уже как бы по ощущениям своим с опытом наработал. То есть я уже чувствую каждую руку, кто куда тянет. Поэтому ну, в вашем случае я не думаю, чтобы каждый день сталкивался с профессионалом, чтобы нельзя было ну, ему оказать какое-то сопротивление. Поэтому ну, это все приходит с опытом. Я тоже к этому не сразу пришел. Я прошел и через все эти травмы, через все эти вот всякие направленности, все это отрабатывал, все это тоже делал работу над ошибками, работал. То есть, если будешь работать, я думаю, ты наработаешь и найдешь сам свою технику, где ты себя очень комфортно чувствуешь. Я себя чувствовал очень комфортно в крюке, как все это знают. Но я решил, нужно быть немного универсальным, чтобы я и там, поэтому я сейчас начал контролировать то, что и верховиков и так далее, чтобы ну, не давать просто шансов своим соперникам. Ну, здесь особо, здесь просто очень много силы нужно. Здесь связки вот такого уровня нужно довести, чтобы вот именно эту технику использовать. То есть здесь не идет какой-то целенаправленный, здесь идет просто боковое такое движение, как бы статическое больше всего, да? То есть я его на статике сбивал и облю, заставляю немного раскрыться и потом уже сам, потому что он же пытается меня выиграть. Вот я его просто ловлю на его же ошибку. То есть вот он и начинает бороться. То есть вот я его ловлю, да, он уже не может в некоторых моментах лишь начинает возвращаться. И в этот момент я уже начинаю перетягивать. То есть я его немного вот на этом ловлю. То есть я жду, пока он ошибется. То есть терплю. Ноги начинают, вот знаете как, за программу, начинают бороться. Нет, надо с ним бороться всегда. Как это удобно вставать, ноги запись. Это каждому, да, это индивидуально. Многие, многие растягиваются, многие садятся при борьбе, многие сюда ходят. Я вообще очень сильно привязан бываю. То есть у меня очень короткие углы бывают. То есть я остановлюсь, у меня уже все. Я бок включил, широчайший включил, стою. То есть если ко мне зайдут, например, в крюк, да, я уже контролирую боком. Я отсюда, да, я уже отсюда могу перекрутить его, то есть боком, просто развернуть таз, и это все в этом движении. То есть, получается, кроме кисти, да, все надо включать? До старта? Вообще все включается. То есть, все так кажется, как бы... Воевода сам говорил еще там, типа, сначала первое движение вылавливание кисти, а потом уже все остальное включается. Да, это нужно включать, здесь нужно чувствовать. Борьба именно в армрестлинге, это не то, что вот взять и тупо побороться. Здесь нужно чувствовать, да, соперника. И
на самом деле вот бывает у многих профессионалов бывают ошибки и так далее. То, что начинается заруба, и в этой зарубе пока окажется опыт, нужно немного с умом поступить, то есть не будет постоянно бороться, потому что каждый твой рывок ты очень много энергии и сил тратишь. А кто перетерпел, тот и выиграл на конце.